Привет всем! Хочу рассказать, как заклеить бассейн. В принципе, я несколько дней искал дырочку, не мог найти. Сделал мыльную водичку, все это дело губочкой прошел, кое-как еле нашел. Дырочка оказалась вот в этом дне. Прям вот шов, вот. Вот она дырочка. Если видно, сейчас поближе сделаю. Вот. Долго я ее искал, но нашел. Нам понадобится вот суперклей. Достаточно нанести одну капельку, я уже нанес и вспомнил то, что надо видео снять. Сейчас она высохнет, и потом повторно еще разок на всякий случай тоже нанесем. Вот здесь у меня дырка была, я заклеивал, удачно все держится, ничего не надо, никаких заплаток. Вот от клея идет вот такая вот засахаренная такая штука. Ну, сейчас высохнет, и потом еще раз нанесем и капельку клея, и потом уже как высохнет, можно будет надувать наш бассейн. Вот надувная часть у меня в том году клеил, или позапрошлом. Вот они, две дырки, это кот прыгнул когтями, все удачно заклеено. Так что этот метод рабочий, пользуюсь я им не один год. Ребят, сейчас на солнышке у меня все высохло, в районе часа где-то все это дело. Вот добавляем еще на это же место. Вот. Ну и подождем, пока высохнет. И можно уже будет надувать. Ребят, вот сейчас подсыхает клей. Если вам видно, он, клей стал как мед. Вот он тянется. И сейчас он через какое-то небольшое время задубеет до такой степени, что дырки уже не будет как таковой. И он затянет так ее сильно, что легче будет, наверное, рядом порвать, а в этом же месте уже больше не прохудится бассейн. Ребят, задубело. Все, теперь можно надувать нам бассейн. Сейчас надую и покажу, сдувается или нет. Но я знаю 100% то, что не сдувается, и можно даже не проверять. Ребят, вот накачал я бассейн. Сейчас нальем водички, проверим. Покажу. Вот это местечко наше. Как же сделать получше ямку, что ли? Вот видите, ничего даже вообще и не собирается, намека никакого из дырки выходить воздуху. Так что, ребят, кому была полезна информация, ставьте лайки, кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!